Спикер районной думы встретился с депутатами села Сейха. Александр Алексеевич поздравил парламентариев с избранием. В торжественной обстановке народным избранникам выдали именные удостоверения. Сегодня в команде депутатов Сейхи несколько представителей молодежи, тех, кто впервые опробовал себя в роли общественника. Именно для новоиспеченных избранников провели своеобразный ликбез по депутатской деятельности. Люди голосовали за того или иного кандидата. Они хотели видеть вас, видят своих помощников. Они видят вас тех, кому можно обратиться, и кто, дав, может быть, консультативную помощь, а может быть, непосредственно обратиться за него, поможет в этом. Диапазон проблем, с которыми обращаются люди к депутатам, довольно широк. Потому им нужно быть готовыми найти альтернативу в решении того или иного вопроса. Кроме этого, депутаты должны быть активными и в других направлениях. Сейчас особое внимание необходимо уделить приоритетному проекту «Комфортная среда» и привлечь к участию жителей. Впрочем, молодежь долго уговаривать не придется. Новоиспеченные депутаты жаждут взяться за работу и сделать жизнь своих земляков лучше. Я хочу сотрудничать с нашей администрацией и с нашим народом. Вот, у них будут проблемы и будут ко мне обращаться, а я буду обращаться к нашей администрации, и мы будем совместно решать. Такое большое вливание молодой крови, видно, что они энергичны, еще пока, скажем, не знают, какие есть рычаги, но мы как раз сегодня подробно поговорили, чем должен заниматься депутат, какие у нее есть для этого приемы, рычаги, там правила. Вновь избранный состав депутатов в составе 10 человек. Есть такие опытные депутаты, есть молодежь, которую мы очень приветствуем в свою очередь. Это молодые, перспективные, мобильные люди, на которых тоже в свою очередь рассчитывают все и жители, и наш депутатский корпус, и глава наш.